Илья Перепелкин, старший лейтенант, вел боевое патрулирование по прикрытию наступающей группировки войск на истребителе Су-35. Илья провел радиолокационный поиск воздушных целей в заданном районе и обнаружил два самолета Су-27, которые принадлежали украинским националистам. Оценив ситуацию, проявляя мужество и отвагу, российский летчик вступил в неравный воздушный бой с превосходящими воздушными силами противника. Искусно выполнив маневры и заняв выгодное положение, Илья, продемонстрировав высочайшее мастерство, произвел пуск трех управляемых ракет типа «воздух-воздух». В результате два самолета националистов были уничтожены. Илья удостоен государственной награды. Россия гордится подвигами своих героев.